Спонсор моего ролика 1xbet. Это самый надежный букмекер, на котором есть большие выигрыши и быстрые выплаты. А помимо спортивных рубрик есть и киберспорт. Помимо этого у меня есть для тебя хорошая новость. Если ты при регистрации и первом депозите введешь мой промокод Арбуз, то ты получишь бонус практически до 6500 рублей. Подробная информация о закрепленном комментарии под этим видео. Внимание, очень долгое вступление. Сегодняшний ролик будет без всяких всем привет. Вы знаете, на каком сервере я буду играть и во что я буду играть. Сегодня я бы хотел спросить у вас, как часто вы встречаете такой случай в Гаррис моде, когда один администратор покрывает другого игрока, с которым он дружит, играет. Наверное, вы видите это довольно часто, но не всегда можете это доказать. Сегодняшний случай не будет исключением, я покажу это на своем сервере. На сервере, который вы очень и очень сильно ненавидите. От его названия ваша жопа моментально испепеляется. Когда название этого сервера слышат дырявые дурачки с недоконтентом, они говорят «спижено». И попутно собираются открывать сервер со спиженной сборкой. Браво! Ладно, похуй на дырявых, оставим их в тазике, иначе кто у нас будет еще пузырики делать? А теперь переходим к ролику, который снят на сервере KaifLifeRP. Айпишник в описании, заходим, играем, а сейчас смотрим ролик о Дауне, долбоебе в администрации, который уже успешно снят. Вы все меня упрекаете в том, что я вылизываю свои сервера, но сейчас я буду его обсирать прямо публично на видос. Вы спросите, почему так поздно? А потому что раньше не за что было, а раньше я думал то, что все хорошо, а в итоге оказывается, в администрации пидорас нашелся. Нашел я его, кстати, своими же руками, глазами и ушами. В общем, заходим, играем по айпишнику в описании. Кладите хуй на фразы спижено, не спижено, ведь вы играете в Гаррис моде. Здесь каждый друг у друга что-то пиздит. Пора бы уже привыкнуть. Короче, у меня... Знаешь, вот я вот в этом секторе ничего не покупал. В этом не покупал? Ну давай вот эту посмотрим квартиру. Что тут можно еще поставить? Ну смотри, да, мне в принципе смотрел, здесь нравится, я бы хотел здесь поселиться. Сейчас лицом к стене, раз, два, лицом к стене. А мне до пизды, я не боюсь. Нормально, да? Нормально. Нормально. Ник, тэпни, пожалуйста, сюда. Риэлтор. Риэлтор Пенегин.микс. У тебя есть демка? Ну, ты сейчас его, сейчас послушаешь? Послушай его сначала, ты его тэпни сначала. Его нет, он вышел. Он не вышел, он тут на сервере Пенегин Микс. У меня сейчас на него жалоба. Нет, он вышел. Да не вышел, он, я говорю, он на сервере. Тебя в глаза кто-то долбит или что? Ты посмотри в табе, он не вышел, он играет на сервере. Смотри, на тебя смотри. Жалоба. У меня жалоба на него. Я его в торговом центре, в комнате, в безлюдной, я его начал грабить. Наставил на него оружие, первый, Вальтер золотой, вот это М2 оружие. Наставил на него оружие и сказал лицом к стене раз, типа два. Но я начал нормально читывать. Ему это как бы ни о чем не сказало, то что это ограбление. Он достал автомат и меня расстрелял. Это нормально или нет? Оба. Можешь даже посмотреть, слушай, смотри, можешь даже посмотреть в логах дамага и в логах убийства. Он меня убил. Это, во-первых, нон-РПГан. Нон-РПГан, смотри. Вот, я о чем и говорю. Этот дурачок нарушил ФРРП. И нелегально носит нон-РПГан и ФРРП, короче. Думаю, его можно уже это жалить. А сейчас, внимание, мнение эксперта. Знаешь, смотри, это просто продажный сервер, блядь. Только на нахуй на донате, я тебе говорю. И здесь ничего не надо делать, кроме для себя. Пермач, оскорбление сервера. Нормально, нормально. Неадекватное поведение на пермач тянет. Ебать, идиот. Все, перманентно забанили дебила малолетнего. Я ему конкретно, ему, если он напишет свой ник... по просьбе разбана. Я его не разбаню ни за какие деньги. Хоть у нас и разбан продается на конфлайфе. Так, ну все, администрация отработала. Первый дебил отъехал. Можем выбирать себе оружие. Да, конечно, такой себе выбор это 5-7. Но все же, другого выбора у меня нет. Сейчас ищем народ. Будем давать им народ. Братан, есть дело. Короче, к стене. Раз, два. К стене, сука! Дурак, скажи, я админа могу сейчас позвать и тебя спокойно заджалят на хер знает сколько секунд. Ты скажи мне, ты идиот?
Ты идиот, я сейчас зову админ. Тебя за неповиновение убивают. Долбоёб. Затем меня тэпает админ, и у нас начинаются разборки насчет этого повара фиррпшника. Привет, жалоба на фиррп, я его грабил в подворотне, он убежал. А сейчас, пожалуйста, внимание в правую нижнюю часть экрана. Сейчас вы видите прямое нарушение правила 5.11 Free Slappers. Оно запрещает использовать без весомой причины слэперсы. Кто не знает, что это такое, это шлепки, то есть пощечины, которые раздавал мафиозник. К вашему сведению, только у профессии мафиозника есть доступ к этим шлепкам. Смотри, что это за Free Slappers? Смотри, фиксируй сейчас вот это вот. Он чувака просто так слэперсами ударил. Он улетел с крыши и раздамажился по-любому. Это админ был. И что, типа администратор может это нарушать правила или что? Наконец-таки. Теперь смотри, у меня все, я больше не имею претензий к тебе. У меня есть претензии к тому, кто слэперсами бил человека. Тэпай его сейчас сюда. Мне вообще похрен, кто это по привилегии, админ, не админ, отсидит свое наказание вне зависимости от того, кто он на сервере. Ну посмотри, кто последний с этого, с мафиозника это. Вот, кролика ТПшник сюда, кролика ТПшник, вот он сказал то, что он играл на мафиозни. Сейчас. Не какой-то нахуй не администратор, а просто обычный кайф бронз. На тебя жалоба, ты летишь в джайл за то, что ты слэперсами бил человека в Замерии. Там на крыше. Смотри, ты на крыше той был за мафиозника и бил человека слэперс. На крыше я был. Вон там за мафиозника ты только один играл на сервере. Наркоман. Ты чё, издеваешься надо мной, скажи? В очередной раз убеждаюсь, то, что кролик конченый пиздобол, гореть которому только нужно в аду, в самом горячем мать его котле. Я помню его еще со времен элитной жизни, когда банил его за нарушение, и вы, надеюсь, тоже смотрели мои летсплеи. Позже кролик захочет предъявить демку, которая доказывает, что он невиновен, но тут демка даже не нужна вообще. Вы скажете, в смысле демка не нужна на разборках? Это же разборки, демка всегда как доказательство. Здесь доказательство того, что он виновен, администратор это видит. Конечно, есть исключения, когда демка нужна, даже если администратор видел. Это когда, допустим, за грабителя какого-то перебили пол сервера. И грабителей там было 5 человек всего лишь на сервере. А здесь, сука, один человек играет за эту профессию, единственный, и нарушает правила. Какая тут нахуй должна быть демка, если администратор это сам видел? Ты нахера сейчас врешь? Мы с админом это все видели. Ты зачем сейчас пытаешься? Рядом с Мэри. Ты знаешь или нет? Нет. Ну, видел. Я видел, так что... Ты видел я это, так что можно даже без пупов всяких его наказывать. Не давай, не кидай нахуй в джайл. Вот. А, и просто вот так, да? Да, да, просто так. Я еще слэперсами будешь бить. Есть слэперс? Есть. У меня демка есть. Давай, да, мы покажи. Хуй клали на твою демку, и лично я на нее клал хуй. Ты достаточно догадательств, как бы, ты гладкий достаточно. Администратор это все видел, ему вообще в любом случае доказательства не нужны, алло. Ты единственный, кто играл за мафиозника. У мафиозника это единственная профессия, у которой есть слэперсы. Ты кого сейчас надурить пытаешься? Полупокер. Давай джали его, короче. Давай джали, джали. Смотри, ты слэпнул топ-под мины, и он тебе ничего не сделал, да? И ты после этого считаешь, что ты не нарушил правила. Я тебя правильно понимаю? Ну, типа того. Типа того. Я тебя обрадую, администратор этот, который топ-админ, больше не будет топ-админом, и он не знает правил. Его понизят после первой же жалобы. А ты улетишь за попытку обмана администрации, попытку угрозы людям, которые на тебя жалуются, за то, что ты знаешь администратора, играешь с ним там в Дискорде, сидишь, меня вообще как бы это не колышет. Я это сейчас запишу спокойно, покину это все на форум. Забанят или что? Тебя забанят не на перманент, к сожалению, но ты улетишь на довольно долгий срок. Так что тебе предлагаю просто напросто признаться в том, что ты просто так его слэпнул, и похрен, кто это был. Топ-администратор, супер-администратор, основатель, ты нарушил правила. А теперь, внимание, прилетает еще один администратор на разборке, но он тэпается в РП-профессии, что запрещено в правилах сервера. Слэпнул или что? О, здорово. Администратор, у меня жалоба на человека. Здорово, картошка. Мне нужен конкретно еще один администратор. Можешь со мной поговорить или нет? Ты он нахера сюда тэпнулся? Он такой же по званию, как и другой админ. Нахер ты сюда тэпнулся?
Ну, в общем-то, для картохи это норма положить хуй на человека, который тебе никто. К чему я это сказал, вы поймете чуть-чуть позже. Ну ты можешь уже заджалить его или нет? Ну чё ты сидишь? О, наконец-таки, 400 секунд. Спасибо огромное тебе, администратор. Спасибо. Ой, вот так вот дурачок получает наказание. Так, сейчас. Спасибо. Всё. Заебись, администратор у меня был на сервере. Как только его просит игрок помочь разобраться вместе с другим админом, ему на это похуй. Но как только джалит его друга, он тут же тэпается и спрашивает, в чем дело. Блять, я не понимаю, какого хуя он тэпается в РП-профе. За... Я тебя сейчас забаню за помеху разборкам. Всё, какую я... помеху разборкам? Стой, а я хочу спросить. Помеха разборкам. Заметьте, что он разбирается, не взяв профессию администратора. А это, между прочим, установленное правило на нашем сервере. Сначала я хочу посмотреть, он разжалил, разжалит точнее кролика или не разжалит. Мне сейчас очень это интересно будет. Ведь у нас как раз таки в чате всегда будет отображаться, кто кого заджалил, забанил и все тому подобное. Если же он сейчас его разжаливает, именно картоха, я снимаю картоху и баню кролика перманентом. Вне зависимости от того, сколько они оба закинули на сервер, вне зависимости от того, сколько они там потратили на донат оружия, на донат привилегий, меня это вообще не волнует. Нисколько. Получат наказание оба, потому что один прикрывает другого, который... Ребят, я хочу поинтересоваться, а вы вообще зачем тэпнули его, если он уже наказан за свое нарушение? Зачем ты меня уносишь? Зачем уносишь, Макерон, скажи? Сейчас ты будешь нарушен, я говорю, не мешаю разборкам. Ну я не мешаю вам, я спросить хочу, при чем тут не мешаю разборкам? Че, совсем дурак, что ли? Окей. Я подожду, я типа проявлю там терпеливость, это, как говорится. Побегаю заодно, пострадаю херней, а потом уже будет. Привет, хочу пистолеты купить у тебя. Привет, хочу купить тебе пистолеты, школьник. Ты школьник на оружейнике, продай пистолеты, говорю. Алло, ну продай мне пистолеты, я тебя сейчас понижу за ННРП, ты не продаешь эти пистолеты. Помеха разборкам. Отлично. Картофельное пюре. Сказать то, что я охуел в тот момент, когда меня забанили на своем же сервере, это сказать ровным счетом ничего. Я охуеть как охуел. Записывайте там в цитаты, можете в группу потом в предложку записать. До какого-то момента, ну как, до этого момента я считал уверенно то, что у меня на сервере нормальная администрация, которая, ну, не делает именно так, как сейчас показано в ролике. Не блатит там каких-то друзей своих, не отмазывает их от наказания, или же просто не ведет себя так, как вот эта свинья себя вела. Я думал то, что у меня нормальный админ. Они, по сути, нормальные, но есть, оказывается, среди них вот такие вот долбоебы, которых вот таким методом и нужно вычислять. Ну, затем там все по стандарту. Я вышел с этого аккаунта, захожу на свою основу, где имеется суперадминка и также весь донат, который есть на сервере. Потихоньку туда захожу и уже был решительно настроен дать пизды обоим. Но спросить у администратора перед тем, как его снимать, зачем он это делает? Вот просто ради интереса. Для чего? Далее смотрите видосик. Итак, я зашел на сервер. Отлично. И сейчас у нас на сервере играет кролик. Он разжален. Отлично. А тебя отжалили или нет, скажи? Или тебя уже разжалили, или ты вышел из джайла? Я просто пришел помочь, сказали, просто так заджалили, тебя уже вытащили из джайла. Тебе спасибо. Нет, тебя вытащили из джайла или нет, скажите? Да. Вытащили? А кто вытащил-то? Я хоть его поблагодарю, там, а то просто очень плохо получилось. Там придурка какого-то неадекватного запустили на сервак, он забанен на 5 часов. Полупокер ему какой-то зашел, правила хочется соблюдать. Ага. Все, понял, спасибо, спасибо, спасибо. Тебе пару донатов дам и полляма, и ему тоже полляма, как администратор. Пошел нахуй отсюда. Теперь тэпаем ебаного картоху. Теперь ты, блядь, со мной будешь разговаривать, понятно тебе, долбоёб? Ты, блядь, глухой или что, я не могу понять. Ты плохо слышишь или... Я не знаю, мне на каком нужно языке сказать, чтобы ты меня слушал и нормально слышал то, что я тебе говорю. Сейчас я тебя беру на крышу,
ты мне объясняешь, за что ты забанил человека на 5 часов, во-первых. Во-вторых, ты мне рассказываешь, за что ты, за какие вообще такие подарки, заслуги ты разджалил кролика, который сидит, заслуженное наказание. Если ты ливаешь с этого разговора, я тебе снимаю с админки. Если ты ливаешь разговора, или же пытаешься врать мне, или же ты пытаешься как-то подставить другого администратора, который уже ливнул, ты улетаешь с администраторки досрочно, и больше ты не возвращаешься на нее. Плюс ты улетаешь в перманентный бан. Я даже, если ты будешь покупать разбан, я тебя не разбаню ни в коем случае. И торренту скажу то же самое. Первое. Какого черта ты человека забанил на 5 часов? Он, во-первых, изменяет голос, как я понял, и лезет все время на разборки, мешает. В причине бана я смотрю прямо сейчас указано то, что помеха разборкам. Ты скажи, ты нормальный? Ты понимаешь то, что я наблюдал за вами всеми? Человек этот 2 или 3 раза буквально залез к вам на крышу. После того, как ты ему сказал второй раз то, что ты его забанишь, он больше тебе не лез вообще. Он последнее место, где он побывал, он был в оружейном магазине. В оружейном магазине. Вот здесь. Давай сейчас у оружейника узнаем. Но тебе поц не заходил в магазин, не просил продать ему пистолеты? Не, ну он заходил, да? Заходил, все хорошо. Спасибо огромное, оружейник. До свидания. Первый вопрос. Ты полностью просрал. Я тебя с этим поздравляю. Переходим ко второму вопросу. Какого черта ты вытащил кролика из джайла заслуженного? По джетому, ну, разрешил, типа, его пенальти, и все. Только админ сказал, типа... Давай сюда, Steam ID джеда. Администратор, значит, джед, change, оператор. Я понизил только что джеда до оператора. Хер он у нас будет больше администратором или топ-администратором. Пусть пашет как собака, блядь. Короче, джед у нас понижен, а ты, значит, слушаешься администраторов других и не думаешь своей головой. Я правильно понимаю, да? Нет, джеда не надо понижать, типа... Джеда уже понизили, его продуплили, и теперь он как пропеллер крутится на писюнах, понятно? Теперь я тебя спрашиваю, ты своей головой думаешь или головой джеда какого-нибудь? Своей. Обман админа на разборках, наказуемо. Это как, в смысле, я просто не очень понимаю, типа... Ты не очень джед... понимаешь, за что, да, ты сейчас он улетаешь джед... с администраторки или что? Ну, я просто, типа, кролик пинал у джеда, ну, он ему разрешил пинать. Нет, ты понимаешь то, что это нарушение правил сервера установленных? Ты вот мне скажи, да или нет? Ты это понимаешь или нет? Да, я это понимаю. Ну, а какого хуя тогда тут происходит, я не могу понять. Какой-то админ, я не помню, как он сегодня там, Color Black. Да, и он хорошо отработал. Он отработал лучше вас двоих обоих дегенератов, недоношенных, вы понимаете? Он с нами просидел 15 минут. Когда я тебя просил помочь этому админу, потому что у него что-то проблемы с интернетами, ты что сказал? Ты там начал с кунаем прыгать, да? Придурок. В РП-профессии ты тэпаешься к людям. Ты с ними разбираешься, не меняя профессию на администратора. Тебе кто разрешал? Ты понимаешь, сколько косяков сейчас, которые могут повлечь за собой снимание администратора? Ты сюда зашел просто поиграть, а не по админу. Ты разбираешься со своими друзьями только. Когда я кидал жалобу, сейчас играя на этом аккаунте, ты не разбирался ни хера. Ты банил и джалил в РП-профессии. Это все видно было и следил за вами. И за тем чуваком, которого ты забанил на 5 часов. Я тебе оставлю кайф бронз, но на администратор ты нахуй не вернешься. Я тебе этого обещаю просто. Все, пизду играть отсюда. А, нет, я забыл. То помеха разборкам, в принципе, да, наказуемое дело. Картох, пока. Как видите, и на моем сервере присутствуют отклоняющиеся от общего развития дегенераты, которые, получив власть, пытаются ее злоупотреблять в пользу своих друзей, знакомых или же ребят, с которыми они играют вместе в скваде, в группе, там, по дискорду. Что я могу сказать на этот счет? Этот администратор, конкретно Картоха, был с момента практически открытия первого сервера Кайфлайф РП. Еще с того года он был у нас администратором. Он снимался как по собственному желанию, так и по нашему желанию, но впоследствии и возвращался, поскольку он вроде бы себя нормально зарекомендовал как рабочий администратор, но сейчас пошла какая-то ебанина, и он ведет себя как животное, как свинья самая настоящая на посту админа. Ребята, прошу заметить то, что это единичный случай, когда я это запечатлел на своем сервере, то есть я такое встречаю у себя впервые. Но представьте себе, сколько таких выкидонов он делал до этого. Я уверен, делал он не раз,
не 2, не 3 и не 10 раз, он делал это больше. Жаль лишь только то, что я спохватился за это только сейчас. Ну и напоследок можно закрыть одну из актуальных тем, которая относится к моим серверам. Если же я с момента открытия сервака вполне уверенно подтирался всеми упреками о том, что я свои сервера вылизываю, нахваливаю, а на деле все не так оказывается, как я говорю, то теперь я подтираюсь намного более уверенно этими же самыми претензиями. К этим претензиям можно отнести то, что на сервере спиженные аддоны, нету самописа, хотя он на самом деле есть, и то, что на сервере донат. Понимаете, в чем загвоздка? Такие претензии я готов слушать от человека вполне адекватно, если он не открывал в 16 году сервер, на котором худ такой же, как на НГЖ, на котором аддоны не были пижены, а сами сделаны собой, своими руками, не купленные с гамотстора. Также я не готов слушать претензии от человека, который собирается открывать свой сервер на уже спиженной сборке Superior Servers. Кто не знает, это популярный проект в Garry's Mod под RGRP и по другим тематикам. На этом мне пора заканчивать и идти делать новый ролик. Если вам понравилась такая рубрика, где я проверяю администраторов на своем сервере, то я думаю, что стоит поставить лайк под этим видео или же подписаться на канал. Напоминаю еще раз, ребята, раз и навсегда запомните, все претензии, которые основываются на том, что сервер донатная помойка для выкачки денег или же то, что тут все спижено, нет ничего своего, просто-напросто удаляются.